Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Если зимой удалось купить вот такой пучок настоящей петрушки, и чтобы она не пропала, что мы делаем? Конечно, мой любимый соус. Готовы? Петрушку полностью с веточкой. Только же я уже рассказывала, как я промываю. В ней очень много личинок, глистов всяких. Замачиваем петрушку в растворе, в слабом растворе уксуса. 20 минут хорошо оно стоит. Потом промываем в холодной воде и вот выкладываем на бумажное полотенце. Просушиваем. Делаем самый вкусный соус. Удобно это делать ножницами. Видите, оно красивое, я все равно вот сюда оставляю. Мы с вами будем делать и... будем украшать, для вкуса добавлять. А то, которое немножко такое похуже, сразу, видите, при помощи ножниц. Мне так удобно. Вот все идет в ход. И стебли. Так как мы с вами ее хорошо промыли, ну, корней, чтобы, конечно, не было. Грязи. Люблю такие рецепты. Здесь... на глаз. Вот смотрите, хороший пучок у меня петрушки. И я добавляю смесь растительного и оливкового масла. Все, мы справились с петрушкой. Я добавляю 3 хорошие зубчика чеснока. Но это можете один добавить, если вы не сильно любите. Дальше смесь оливкового или растительного масла. Сколько надо масла, трудно сказать. Будем сейчас взбивать и будем смотреть. Грамм 150, может быть, 100 грамм. И соль. Соль тоже по вкусу. Некоторые добавляют сахар, лимонный сок. Но я не добавляю, чтобы моя заправка не скисла. Поэтому взбиваем. Вот видите, я влила грамм 50. Масла. Мало. Видите, мало. Добавляем еще. Поэтому трудно сказать, сколько нам надо масла. Петрушка всегда разная и берет по-разному. Продолжаем. Наш соус готов. Посмотрите, какая это прелесть. Это так вкусно. Добавьте в макароны, в спагетти, в любую пасту, к картофелю, к мясу, просто на хлеб. Это просто его еще называют природным антибиотиком. Очень вкусно. Только полезные и хорошие продукты. Храним, конечно, в холоде. Всем приятного аппетита. Великолепный соус готов. Смотрите, какая-то красота. Уже хочется намазать на хлебушек. Всем спасибо. Мы с вами готовим вот такую красоту. Великолепный соус из петрушки готов. Просто вкусно и быстро.